Друзья, всем большой привет, с вами Юля. Сегодня хочу снять видео о макияже. Давно у меня, кстати, не выходило никаких роликов, ни о декоративной косметике, ни макияжных видео. Но знаете, сегодня оно будет больше такого практического характера. Я хотела бы поделиться с вами информацией, какие правила, у меня здесь даже есть список, какие правила я для себя вывела и что я перестала делать в макияже или наоборот начала. Ну, скажем так, с возрастом, но, наверное, еще рано говорить о каком-то прям возрасте, ну, вы меня понимаете, какие-то вещи, которые мы себе можем позволить в 20 лет, мы себе уже не очень можем позволить в 30, но позволить себе мы можем все что угодно, но это будет немножко странно или некрасиво смотреться. Что я пересмотрела в макияже за последние 2-3 года, что я считаю нежелательным, что я категорически избегаю в своем макияже, это какие-то четкие контуры, какие-то четкие жесткие линии. Это, мне кажется, актуально даже будет для 20-летних, но если вот 30+, то это особенно важно. Но вот раньше это все равно было не так принципиально. Я, в принципе, могла переборщить с контурингом. Сейчас я его вообще практически не делаю, но крайне-крайне редко и очень аккуратно. Сделать какие-то брови себе более жесткие. Сейчас даже в бровях. Я стараюсь, чтобы линии были мягкими, и я люблю, чтобы в бровях оставался такой небольшой просвет, когда видно волоски, чтобы немножко был просвет. То есть совсем глухие брови закрашенные я не люблю. Они делают лицо жестче, грубее. И в макияже, конечно, тоже я стараюсь соблюдать максимально мягкие растушевки, чтобы не было видно четких линий, румяна, если я наносила корректор. Все это я ношу совсем по чуть-чуть и тщательно растушевываю. Следующее, чего я отказалась, это глухие плотные тональные кремы. Даже тогда, когда они мне, казалось бы, нужны. У меня бывает такое, что меня обсыпает периодически. У меня вот сейчас тоже кожа не в идеальном состоянии. Ну и, в принципе, мне кажется, у всех, кто живет в городе, такое случается. Но даже в такие моменты я не использую очень плотный какой-то глухой тональный крем. Также я не наношу много тонального крема. Я наношу действительно совсем чуть-чуть и хорошо его распределяю. Потому что при дневном освещении как раз вот такой тональный крем, который нанесен аккуратно и в небольшом количестве, он будет смотреться лучше. К сожалению, плотность покрытия не спасает от несовершенств кожи. Она их, конечно, как замазка маскирует, но, вы знаете, например, какую-то неровную кожу, какие-то бугры, прыщи, все равно это будет видно. Иногда даже это больше видно через плотный тональный крем. Следующее, что я поняла, это насколько лучше смотрятся кремовые либо муссовые румяна. Они, во-первых, никогда не подчеркивают пор, если здесь есть расширенные поры. Они смотрятся максимально естественно, натурально, нет вот этого пудрового эффекта, который иногда все-таки бывает от сухих румян. И мне кажется, тоже от возраста 30+, это очень классный такой лайфхак, перейти на кремовые румяна. Я уже об этом говорила, если вы еще не пробовали, то попробуйте. У меня сейчас в косметичке два варианта кремовых румян. Они очень экономичные и достаточно бюджетные. Одни румяна от Fleur, вторые румяна от Vitex в стике. Те, которые от Vitex, они, знаете, будут чуть поярче, чуть поинтенсивнее. Fleur у меня оттенок единичка, они очень натуральные. Мне их посоветовала подруга, которая делает свадебные макияжи. И она мне сказала, что они вот просто обалденные, очень натурально смотрятся, хорошо держатся. Попробуйте кремовые румяна, если не эти, то какие-то другие. Я считаю, что они делают макияж более выигрышным. Следующее, от чего я отказалась, но это прям последние, наверное, года два, так это матовая помада. Матовая помада — это не то, что будет давать какой-то омолаживающий, освежающий эффект, это точно. Мне кажется, все-таки невыигрышно они смотрятся, особенно на возрастных лицах. Мой возраст еще так ничего, но в принципе я их не очень люблю, потому что я стремлюсь, чтобы весь макияж ежедневный, он был таким естественным, освежающим, немножко омолаживающим. Ну, если брать возраст еще старше, то они очень взрослят. Пишите свои комментарии, согласны вы со мной или нет, но мне кажется, что это так. У меня лежит парочка матовых помад, но я
ну, крайне редко ими пользуюсь, просто в тех случаях, но они, как правило, более стойкие, да, чем кремовые помады или помады блески. И, ну, когда мне нужно, чтобы просто она держалась там целый вечер, я иногда могу воспользоваться. И то они у меня не глухие. Матовые помады тоже все разные. Некоторые просто как замазка, которые просто стягивают губы гармошкой. Некоторые все-таки не настолько матовые, не настолько сухие. Вот у меня такие менее сухие, то я ими редко пользуюсь. Следующий такой момент — это поменьше хайлайтера. Мне это бросилось в глаза, потому что я иногда смотрю англоязычных блогеров, американок. Вот они очень любят хайлайтеры. Они наносят их невероятными какими-то слоями. Хайлайтер тоже подчеркивает несовершенство. Иногда я все-таки пользуюсь хайлайтером, но по чуть-чуть и очень аккуратно. Следующее. Это у меня здесь шпаргалка. Я подглядываю пункты, которые я выписала себе. Туши без комочков. Женщины, у которых реснички маленькие, не густые, пытаются это компенсировать, покупая себе какую-то объемную тушь, наслаивая ее во много слоев. Кстати, комочки, иногда сама тушь неплохая, мы просто неправильно ей пользуемся, перегружая ресницы. Я, например, никогда не крашу ресницы там на каждый день в 2-3 слоя, никогда я так не делаю, всегда я прокрашиваю один слой и на этом закругляюсь. Более того, с нижних ресниц, если я их вообще крашу, то я ватной палочкой убираю лишнее. Вот они дают такую тень под глаза, и... Но это выглядит так, как будто вы немножко устали. И еще хочу поделиться с вами одним таким лайфхаком, работающим. Краситься при хорошем дневном освещении. Я, например, люблю положить в какую-то коробочку, либо косметичку, те средства, которыми я буду выполнять сегодня макияж, и переместиться к подоконнику, поставить там зеркало и делать свой макияж. Это очень удобно в плане того, что вы видите четко все огрехи. Я четко вижу разницу, когда я делала макияж действительно при хорошем дневном освещении, прям вот у окна напротив подоконника, и когда я красилась где-то там в темноте при каком-то странном освещении, который свет неравномерно падает, отбрасывает тени. Разница 100% есть. Макияж получается более аккуратным. Пишите свои советы, что вы изменили в макияже, чего вы избегаете, не любите. Я знаю, что некоторые боятся теней каких-то цветных, пользуются строго матовыми нюдовыми тенями. Ну, я, кстати, так не считаю. Мне кажется, с тенями можно экспериментировать. Короче, делитесь своим опытом, будет интересно почитать. И всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!